У них в соседях модельное агентство «Модул» с командой визажиста «Френды» и бьюти-пространства «Парикмахера». Но все же началась эта творческая история именно с третьего блока – площадки, где вот уже второй год рождаются и реализуются самые креативные идеи. Это реальное название секретных цехов бывших завода НИИТ, которые располагались на третьем этаже в левом крыле третьего блока. Поэтому третий блок – это готовое название, исторически сложилось, и мы не стали его менять. И всем гостям продолжаем говорить о том, что третий блок – это вот некая творческая организация на базе секретных цехов НИИТа. Надо уходить от клише сурового города. В нашем суровом городе прекрасные творческие люди. И дай бог, чтобы становилось каждым годом все больше и больше. Свой второй день рождения третий блок отметил вечеринкой под названием «Попкорн Шоу». Сюда приглашены только самые близкие, а их оказалось не меньше пару сотен, и все ценители креатива. В программе праздника показ фильма «Бал» от проекта «Cinema Fashion», живая музыка, экстравагантное шоу, созданное сразу несколькими дизайнерами и стилистами, и, конечно же, попкорн. Просто необъятное творческое пространство, огромное количество народу, огромное количество стилистов, дизайнеров, визажистов, парикмахеров, фотографов. Действительно, я не знаю фотографа, который бы здесь не был. Однажды я проводила в третьем блоке мастер-класс. Я тогда впервые узнала об этом пространстве, и мысленно для себя я сказала: «Как же здесь круто, я хочу здесь быть». После этого я стала искать здесь свободное помещение, их не оказалось. Прошел год, и потом мистическим образом события сложились в такую цепь, что я теперь здесь. Это пространство, в котором собираются самые чудики города Челябинска, люди, которые свободны от предрассудков, свободны от стереотипов. Здесь можно все. Это место, где можно соединяться душами, встречаться, создавать, воплощать какие-то идеи. Для меня это, конечно, рабочая площадка в первую очередь. Место очень интересное. Меня всегда радует то, что фотографии отсюда выходят разные. Пространство вообще творческих людей в нашем городе, где собираются действительно какие-то уникальные личности, с немного другим, может быть, мировоззрением, но это очень интересно, действительно. Третий блок – это нечто большее, нежели типичный зал для фотосессии. Это масштабная ивент-площадка, известная своими мастер-классами, перформансами и презентациями. Здесь все постоянно движется и видоизменяется. Здесь царит творчество во всех его проявлениях. Людям нужны новые эмоции, новые локации, что они могут взглянуть на каждую локацию, инсталляцию по-своему, начать фантазировать, поэтому стараемся, чтобы каждая локация не держалась более чем полгода. Советуюсь очень часто с именитыми фотографами Челябинска, с друзьями нашими, и все как один говорили, что все хотят универсальности. Поэтому выбрали стиль лофт, универсальный, спокойный, многогранный. На мой взгляд, лофт тоже удался. То есть выдержан и бетонные стены, кирпич, светильники. Все замечательно, молодцы. Процветание и побольше таких мест в Челябинске, потому что ярче должен быть город. Третьему блоку всего 2 года, но он успел стать незаменимой арт-площадкой для самовыражения творческих людей нашего города. Сложно представить, какие еще эксперименты ждут третий блок в будущем, но то, что креативный потенциал огромен, не вызывает сомнения.